На фоне какие-то пейзажики красивые в менюшке. Нет, там она очень красивая. Так, я пока ссылку в ВК брошу. То, что Версия значит игры из... 1.7.1 дефис F1. Как все сложно. Она круче, чем SimCity? Она намного круче, чем SimCity. SimCity такая крутота даже не снилась, серьезно. Особенно последний. Да, потекло. Сейчас сделаем небольшой анонсик группы, то, что начали строить всякое. Здорово. Абигейл, скажи, как по звуку мы с Гуром сопоставимо звучим? Сейчас еще картоха скоро подтянется ненадолго. Настя Нормуль. сегодня утомилась уже после пиратов и пошла спать. Вот мы буквально недавно только вернулись. Практически только что. Фильмец длинный такой, изрядно. Чатик, я думаю, анонс скоро дойдет от бота когда-нибудь, я надеюсь. Я же его настроил. Он неторопливый, может быть. Но он неторопливый. Ну, спустя некоторое время. Он каждые 5 минут, что ли, чекает, есть эфир, нет эфира. Ну чё тут, короче, новая игра. Да, Сортировка тыкай. названия. Ну вот тут нету... А, вот название города, понятно. Левостороннее движение. Так, стоп, у нас какое движение? Левостороннее же в России? Или какое? Нет, у нас правостороннее. Правосторонняя. Чё я несу? Так, водопровод. Ты-ты-ты. Собственная тема карты? Нет, такого у меня нет. Чё, куда брать? Бухта с утесом, туманные холмы. Вот Ну, эти... если как стартовую, можно совершенно спокойно взять бухту с утесом и дальше потыкай, и внизу там, по-моему, какая-то есть. А, реверан еще нормально идет, как стартовая. Так, а вот эти вот ресурсы, они типа иссякаемые Ну, вообще? со временем. И что, потом Но игра я... заканчивается, когда ресурсы кончаются? Нет, просто другим начинаешь зарабатывать на жизнь. А, зарабатывать. А где взять там электричество и прочее? Так, у тебя электричество может быть и атомное, и не атомное. Ну ладно, посмотрим. Так, ну пусть будет реверан, короче. Вот, кстати, да, можно построить плотину, с этой плотины получать электричество, потом с плотины, если неправильно построено, можно затопить весь город себе. Так, как бы город-то назвать, а? Кукуева. Кукуева? Кукуева. Ну это как-то примитивно. Строй плотины и все отходы туда направляй. Тоже вариант. Незалежинск? Нет, это скучно. Москва банально. Скиловск. А, Раковка же. Есть такое, такой город. Новая Раковка у нас будет. Во, нормально. Это по мне. Я думаю, с города будет в первую очередь кризис, потом катастрофа, потом его говном залит. Ну, что ты такие сразу прогнозы-то даешь? Ну, потому что в какой-то момент тебе самому захочется затопить город говном. Почему Просто, это? чтобы на это посмотреть. Что потом, это Да. вообще обратимые последствия это или нет? Или весь город в говне будет навсегда? Но не навсегда, со временем вода стечет. АЭС вроде Ух как ты. может рвануть, если в нее там молния шарахнет. Так, блин, как тут вообще паузу нажать? А то что-то время течет, сразу течет и течет. Может, На надо как-то пробел. это притормозить его. Так, начните с того, что проложите несколько дорог и назначьте вдоль них зоны. Так. Ну, я понял.
Вот, Что-то, кстати, по-моему, сейчас шум. все деньги на дороги не надо пускать. Очень уж громкая игра. Не знаю, на 15%. А, он ждет, пока ты дорогу первую построишь, там просто проложи что-нибудь простенькое. А тут уже есть какие-то странные дороги тут рядышком. Но это, видимо, не моя зона, да? Это не твоя зона, это шоссе. Твоя зона будет со временем расширяться, и со временем это будет твоя зона, и ты сможешь прокладывать Ага. хайвеи. А мне надо строить дорогу, чтобы она стыковалась вот с шоссешкой. Ну, В считай, этом есть логика? там два стула. Один на Ну. вход, другой на выход. То есть оба надо? Или Не, ну что? ты со временем наверняка будешь их объединять. Но вот только как ты их будешь объединять? Здесь можно сделать одностороннее движение. Здесь можно сделать двустороннее движение. У меня Так. всегда из города шел выход по односторонке и вход по односторонке. Дальше это все выливалось в какие-то шоссе. Ну, то есть, Можешь... короче, мне вот Можешь... построить, соединить, да, с шоссешкой, с основной, чтобы на въезд в город было. Ну, просто пока проложи мелкую дорогу. Стоимость Тебе... места уже занят. Чего? Склон слишком крут. Чего? Ты слишком далеко тыкаешь. А, так, понял. Значит, и сразу мост или не надо мост? Не, мост не надо, просто немного вперед пройди. Ну хорошо. Так. Чё потом? Вдоль берега жахнуть? Нет, теперь он тебе говорит то, что вот ты можешь построить всякое говно. Ну то есть мне вот уже вот Там на типа маленьком электро... таком крошечном уже начинает строить всякое говно? Ну, дело в том, что здесь электростанции и водяные штуки, они не завязаны от того, что как вот в SimCity, то, что вот ты должен строить только рядом с дорогой. То есть ты можешь поставить ветровые штуки, где тебе нужно, то есть где электричество нормально вырабатывается, и сверху докинуть водооткачивающих тоже всяких. Можешь плотину... А, нет, сейчас плотину ты не можешь поставить. Короче, я поставил действительно на паузу. Сейчас. А в паузе можно строить, да? Да, То есть можно. просто не будет ничего развиваться. Так, и что мне сейчас лучше всего? Жилые массивы там уже построить или что? Нет, нет, Промышленные? нет, тебе нужно поставить электричество, Так. прикинуть, где у тебя будет стоять промышленность, где у тебя будет торговая зона, где у тебя будет жилая зона. Ну вот тут вот на моем крошечном участке с дорогой, что мне лучше сделать? Ну вот у тебя два участка с дорогой. Участки с дорогой — это шумные участки. Рядом с ними можно поставить промышленность. Так, ну ладно, электростанцию еще угольную поставить, да? Ну, можно поставить угольную, но угольная должна быть как раз рядом с дорогой. Можно поставить ветряки, они могут стоять где угодно, их на первое время там 5 штук поставишь и хватит. Ну ладно. Настя устала и пошла спать. Так, ветряки. Где бы их тут шахнуть, не знаю. Ну тут пусть будет. То есть их можно прям рядом друг с другом фигачить, и это нормально будет. Да. Вот чем темнее область, тем больше электричества она будет вырабатывать. Темнее. Так. А, то есть вот это я сейчас поставил на светлое, ты имеешь в виду, а темное это вот как вот возле дороги, да, на перекрестке. Да. Понятно. Ой, блядь, не туда жахнул. А как удалить? Ну, бульдозер у тебя справа Сука. снизу. Бульдозер. А. Нафиг. Так. Максим вообще без модов сейчас. Чего? Максим без модов сейчас вообще там спросили. Максим с модом на русские А. панельки играет. Не, нафиг моды. Зачем они нужны? А крутить можно как-то эти здания? Чё ветряки все в одну сторону смотрят? Ну, ветряки тебе крутить особо не нужно, они там по ветру, по-моему, Ну ладно. особо. Так. Так, как Вот, убрать то, что... кстати. Как от ветряка, блядь, избавиться? А, все, просто нажать. Так, ладно. Просто непривычно, что здесь надо на клавиши ходьбы как камеру управлять. Я все пытаюсь на какую-нибудь кнопку мышкой перетянуть экран. Вот, смотри, у тебя теперь есть электричество. Для того, чтобы провести электричество куда-либо, тебе нужно проложить провода.
То есть провода Так. нужно будет протягивать к жилым зонам, с этим сейчас не пальцы. Определись, где у тебя будут жилые зоны. Жилые зоны, желательно место, где поменьше будет шума у тебя. Вот ты планируешь, чтобы было поменьше шума было. Так. Ну вот тут на входе в город мне что лучше? Промышленные зоны возле моей дорожки? На входе в город лучше промышленные. Так. То есть мне сейчас, я не знаю, построить дальше дорогу, мостик и там вот сделать место для жилых зон за рекой? Да. Ну ладно. Так. Просто у Вдоль тебя реки, есть, да? ну, типа того, да. У тебя сейчас горожане хотят заселяться, они не хотят работать, они не хотят ничего покупать, они хотят жить. Так, то есть... Ну так хватит пока. Ну, сделай там квартал какой-нибудь, квадратик. Квартал. Ну хорошо. Так, а тут вот эта вот дорожка, это получится одностороннее движение-то, да? Не, она односторонняя, да. Точнее, как она у тебя как двухсторонка идет, но она у тебя только на въезд. Так, ну сейчас сделаем квартальчик небольшой. Того. Так. И тут все зелеными сделать? Да, сделай там все зелеными. И сразу же после этого лучше заняться канализацией. Чтобы говно в город не затопило все. Ну да. Так, окей. Канализация это где? В Где воде? водичка? Да. Так, трубы или что надо ставить? А, тебе нужно поставить слив отходов, потому что очистки у тебя сейчас нету. Отводная труба, что ли? Да. И тебе нужно поставить выше отводной трубы водонасос. Так, Если... отводную трубу мне лучше ставить ниже по реке по течению или выше? Конечно, ниже. Сильно ниже? Ну, чем ниже, тем лучше. Так, Ты ну ладно. примерно прикидывай, как у тебя город будет развиваться. Так, вот я въепедренил ее, а рядом с ней нужно поставить, что ты говоришь, водонасосную станцию? Рядом с ней не надо. А где? Серьезно. Выше. А, то выше пути. Окей, ладно, хорошо. А то она просто будет качать говно. Серьезно. Это нормально. Так. Так. Дальше тебе нужно прокинуть трубы по дорогам. И Дорога. прокинуть. По Да, дорогам? и... Ну да, то есть ты берешь трубы и ведешь их к дорогам и просто прокидываешь их вдоль дорог. А, вести эти трубы от станции, да? Ну да. То, что они там пересекутся, это вообще не страшно, не важно, оно так и должно быть. Прям под дорогами или как проводить? Ну, не знаю, я всегда провожу под дорогами, потому что так открываются те квадраты, которые мне нужны. Ну ладно. Проведем под дорогами. Да, нюхай тебя, Дудлимен. Блин. Немножко неровно получилось. Так, а еще надо трубу провести еще и к отходу, да? Да. Районы, кварталы, да. Так. И после этого тебе нужно прокинуть провода от ветряков. Вообще лучше ветряки изначально соединить проводами. Так, а трубы надо закруглять? То есть вот если я сейчас проведу их к до шоссешки... Не, вот так вот Нет, нормально. вообще похер. Там они кладутся по прямой. Спокойно. Так, прокидыватель провода. Соедини ветряки между собой. И прокинь провода до насоса и до откачки. Так, провода, ща.
Так, а чё у меня некоторые ветряки черные? Это нормально? Они черные, потому что они сейчас не включены, потому что режим паузы. А. Ладно. Некоторые ставил вне режима паузы, и поэтому они у тебя светятся. Так, а чё-то красные провода-то, место уже занято. Чё? Оно на дорогу пытается поставить, просто подвинь немножко, чтобы оно на дорогу не ставилось. То есть вдоль дороги нет. Надо? Ты ветряки нужно именно от синей зоны, от самого себе ветряка. Вот синяя зона. Так. Ну что, сойдет так, наверное? Или надо законченное, чтобы линия была? Тебе, во-первых, нужно подключить между собой ветряки, во-вторых, тебе нужно подключить отводы. Дело Блин. В том, что каждый дом, он расширяет вот эту синюю зону, появившуюся. Твою мать. Ты тонешь в музыке вообще, ты очень тихий. Ну, не знаю, сделал музыку, водишь меня погромче. Ты у меня на 200%, тебя я не могу сделать громче. Так. Ветряки, ветряки. Так, еще раз, что с ними надо сделать? Ветряки тебе нужно соединить между собой проводами. Во-первых. Так. Во-вторых, ты потратил зря деньги, проведя вокруг всего вот этого провода, потому что жильцы строятся именно там, где есть электричество, в первую очередь. И чего? Ну, и они образуют вокруг себя синюю зону. И вот эта вот синяя зона, она как раз все это покрывает. Синяя зона вокруг ветряков покрывает. Или что? Короче, тебе сейчас лучше нажать unpause и понять, что ты сделал. Вот так вот. Ну хорошо, так. Ну вот, что-то пошло, поехало. Ну вот, подумай, что ты забыл сделать. Ну вон, что-то электричество ползет куда-то. Ну, вот у тебя, во-первых, электричество не ползет к трубе отходов, во-вторых, у тебя электричество не ползет к насосу. А. Ну вокруг них, кстати. Так. Вокруг них синяя зона, которая обозначает, что ты туда должен провести электричество. Зргек подписался. Теперь он у нас элитный чувак. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Сити 17. Блять. Опять не туда нажал. Так, как же непривычно все хочется мышкой двигать карту. Она не двигается. Так. Ладно. Да что так? А у меня деньги кончились. Что за прикол? Что за прикол? Либо ты можешь взять займы. Тупая игра. Максим только начал играть, у него уже деньги закончились. Блин. Надо было Black Flag запускать в натуре. Так. 20 минут и уже все просрал. Короче, это мой город. И все, что у него есть, это дороги. Несколько. Ну тут люди приехали, че они не платят мне? Вон там поселились ублюдки, я... Где деньги от них, я не... Чё, у меня еще меньше бабла становится? Что? Почему деньги тратятся только? Чё это за тунеядцы тут понаехали? Ну, ты понимаешь, что они приехали, но, во-первых, ты им только воду подаешь, говно не откачиваешь. Пусть сами свое говно закапывают за домом. В чем проблема?
Почему у меня сейчас убытки только растут? Я только начал вот в этом городе заправлять, а я уже в долгах. Подожди. Справа есть вкладочка, на которой денежки нарисованы. Нажми на нее. Так. Бюджет. Мать, что вы стримите, блядь? Я охуенный тут город был. Начал строить. Какой нахуй город? Все, может, пиздец будет, ёб твою мать. Да уже! Уже всем. В пиратов, блядь. Иди убивай на силу и, блядь, дельфинов. Да вот я тоже думаю, нахер я это запустил. Сык, ёб твою. Тупая игра для дебилов. Блин, все, короче, у меня убытки сплошные. Не, я не хочу, короче, в политику. Хорошая игра, очень интересная. Я лучше пойду в пиратов. Короче говоря, не переживайте, я пока все будут спать, постримлю. Никто меня не сможет остановить. Так. Блять, как поменять нахуй пароль от канала, блять? От какого где канала? Эта кнопка, блядь, от твоего. Себе на кнопку будут, нажми, будут блядь. Будут мухосранские тут строить по ночам, блядь. Вот так города, сука, по ночам и строятся. И дороги так строятся по ночам. Потом, блядь, полная жопа, блядь. Чтобы пиздаться по ночам, кирпичи. Вон, кому-то даже интересно посмотри, как Макс стратегии играет. Я думаю, не лучше, чем градостроительные симуляторы. Я думаю, вообще зашквар, блядь. Всякие градостроительные симуляторы ебашить в стриме. Почему это? Самая скучная поеботина, которую только вообще можно придумать. Да ты не шаришь вообще. Ты просто не умеешь и не шаришь. Вот именно. Я вижу, вы тут насколько настримили? На это Макс я просто первый раз запустил и понял, что, короче, не буду я баллотироваться в мэра Нижнего Новгорода. Надо было Гура оставить тогда за рулем. Я не знаю, а что Макс меня за руль не пускает. Я буду строить город. Где мои деньги? 10 минут спустя, блядь. Почему где мои деньги? Все умерли, блядь. Да. Я что, все купил охоту крепкая, хули они, блядь, умирают. В эпохе империи действительно он проще гораздо города строить. Да, вообще бы какой-нибудь Цезаря Третьего застримили бы. Вот это кого? Вот. Цезарь Третий. Чувство Цезарь. Вот и чё. Это симулятор Цезаря. А вот единственный, наверное, градостроительный симулятор, который я играл. Он был клёвый. Так. Короче, ну вот чё, как там это? Ничего не понимаете. Конечно, мы гуру умеем веселиться. Просто. Веселье. Градостроительный симулятор. Вы просто не можете из неинтересного сделать интересное. Блядь, кому это может, блядь, быть интересно вообще, блядь? Вот напишите в чат, кому может быть интересно строить город? Кому, блядь, это поебота может быть, блядь, интересно? Вот, блядь. Я не знаю, мы вчера на последнем издыхании «Мафию третью» стримили, это, сука, было то интересно. Это было интересно, да. Да. Еще за Макса название менять. Чего? Я поменял название. Да. Вот, да. Я не знаю, Black and White, вот это может быть интересно, потому что там можно кидаться людьми и пиздить коров. Блять, ну... Вон, люди пишут то, что интересно, а ты сидишь и как пидорас говоришь о том, что... Кому тебе интересно? Ты там, блядь, своих твинков пишешь, блядь, гуру. Вот, вот ты сиди тихо молчи. Иди нахуй, гуру. Я приду и сделаю весело. Надо... Вот это я понимаю, о, игра. Warcraft. Вот я, кстати, думал, как-нибудь тут Варик постримит рейдить. Вот это вот интересно. Шончики. Если правильно подойти, не просрать все деньги за 20 минут, как градостроительные симуляторы, можно стримить интересно. Что там, блядь, интересного? Да ты тупой просто. Видите его? Нет, да ты неинтересный. Всех пушкам! Сиди. Заебалось. Если сидеть тихо, то будет скучно. С тобой нет. Ну не буду скучно. С
Тобой не будет скучно, не будет скучно, когда ты будешь сидеть и молчать. Может, Макс, гол в доту. Нахер вашу доту. Там тоже градостроительный симулятор. Че, цены на юбике будут цены на первый раз? Пила? Че? Ну тут инфа попала то, что это. Цены будут юбики повышать на три раза. А куда уж еще-то там повышать? Никто не покупает, а нахуй никому не нужны. Не, ну да, серьезно. И они боятся то, что это, серваки так, короче, не выдерживают это. Нам надо вообще хотя бы сделать то, что у нас есть сейчас, никакого наплыва. Повышаем нахуй цены 2-3 раза. Уже повысили. Слушай, я думаю, они просто выпустили одну успешную игру так и... Надо бы еще навалиться. Только скажите, как? Игра то прядь, это в каком? Это модно еще? Короче, пираты на самом деле нормалек. Не знаю, что там ноют. Те, кто ноют. Но... Нормалек? Да. С большим удовольствием посмотрел. Так они, по-моему, всегда одинаковые. Ну, вот прошлые были, правда, несколько скучнее, чем обычно. То есть это на в этот раз. Частей как-то немножко потеряно, да? Вполне себе. И это самая история юного Джека Воробья прикольная. И показали наконец, откуда у него этот компас и этот самый. Почему его зовут Воробьем? Короче, нормалек. Это опасно. Концовка отличная. Эдвард. Ну и не говоря уже про графонии, там, само собой. Полный порядок. Нам и платят. А почему ну, концов, естественно, еще на 500 там миллионов частей, да? И люди знатные. К черту все это знать. Убиваться ой за гроши, чтобы капитан наживался. Так Трон, ты что ты хочешь опять выудить из меня историю Assassin's Creed по частям? Я уже писал когда-то ВКонтакте, на какой пойми книге первое базируется Assassin's Creed первая. Специально жизни для баранов, которые в комментариях к предыстории писали, что эта фраза «Ничто не истинно, все дозволено» принадлежит этому самому, господи, Уильяму Берроузу, Педрили. Или два. Который угнал ее как раз у Владимира Бартола, славянского писателя, который написал книгу «Аламут». Не больше, именно обещай. На ней базируется первый Assassin's Creed. Ну, как вдохновлялась ею. Сюжет там не этот, не из этой книги. И герои там не оттуда. И события там происходят совсем не в это самое, не в Сирии, не в это самое, не в Масьяфе. А насчет лагов, да, четвертый Assassin's Creed, он более лагучий, чем Рок, и я тоже не очень это понимаю. В некоторых местах у него FPS-ов не завезли явно. Разворовали на пути. Пираты отжали. Аламут, да, читал я его. Он на русском не издавался никогда, поэтому читал я его с трудом. Ладно, уже пятая часть была третья. Вот, что ты там рвовой? Ты вообще превратился в помехи. Тоже понравилось. Ты теряешь человечность, Гур. Мне да нужно гавана. Надо лишь построить новый корабль. Ты слишком сильно деграднул. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Белые зубы у пирата. Я дам тебе сотню из кода. Да, я проходил DLC-шки. Я не болею, со мной все в порядке. Так да, или нет? Подожди, это новая гарнитурка у тебя или еще что-то? Да, это новая гарнитура.
А деньги потом, он да? Все погромче делает. Я не знаю, что такое тихий. Я Макс предлагал нажать на одну кнопку, но Макс сказал слишком громко. Слишком сложно. Не, у меня гур на 200. Может, все равно тихий. Тиховато. Потому что... Ха! Ну зачем ты так орёшь? Иди гур, строй дома, блин. Где тума? Эй, приятели, не будем ссориться. Ни в коем случае. Не хочу я за ним бегать. Лишь тут пошароёблю. Что-нибудь интересное можно найти, наверное. Так. Реакция чата бесчестна. Бесчестно? Бесчестно, да. А что такое? Бесчестно и бесценно. На моё ха. Ну, слушай, бы ты вчера так на Бугимене крикнул. Вчера у меня не было такой клёвой гарнитуры. Блин, а в натуре они что-то еще что ли там патчили? Тормозит игра-то, блядь. Да все, компьютер не тянет, сейчас видеокарта сгорит. Еще этот компьютер, у меня она меньше тормозила еще на прошлой видюхе. Ну, я говорю, все, компьютер уже не тянет, сейчас видеокарта сгорит. Отсюда до Гаваны, сотня лиг, не меньше. Пиздец. Вы что, пешком пойдете? Реально ну, тормозит, почти, да? Как ублюдство просто. После того, что груз сделал с чатом, он обязан жениться начать. Нет. Пидоразвед. Кто гей? Вот сука. Да ты не можешь использовать, кто гей. Не подписан. Не могу? Не можешь. Хереть. FPS-ов нету вообще, блядь. Ну от лица Макса-то писать, да. Каждый умеет. А ты от себя зайди. Зачем мне от себя? Я так от себя сижу. Только и можешь от лица Макса сидеть. Я все могу делать от лица Макса. Поиграй за него в градостроительные симуляторы. Я могу не играть от лица Макса в градостроительные такие симуляторы. Ну ты сказал то, что ты все можешь, так поиграй. Я могу, так вот. Раз можешь, то играй давай. Я могу анонсировать, как я буду играть, и, естественно, не сыграть. Потому что от лица Макса. Хороший музон подъехал. Не знаю, при чем тут он тематически, но хорош. Про пиратов от Rockstar? Ну, не знаю, серьезно. Пираты от Rockstar'ов? Да. Блин, но... Это было бы, кстати, интересно. Реально интересно. Как бы вестерн есть. Ну, это был бы какой-нибудь Black Flag на стероидах. Там по-любому можно было бы какой-то нитро присобачить к яхте. Шуня. Все, женщина сказала, что мне нельзя жениться начать. Куда он бежит-то? Максим, наверное, стрим закончится горением твоей видюхи. Надеюсь, что нет. Точно про пиратов Ларку напоминает? Чего напоминает? Лару. Лару напоминает? Угу. Не, навряд ли это был бы Реддит на островах, кстати. Вот, точно надо будет Ларку как-нибудь пройти. Какую из? Ну, перезапуск. Начинаем с первой. Тебе говорят, врубай мониторинг. Ну, в смысле, не с первой, а... Ну, вы поняли. Вот. Чего врубай? Мониторинг температуры. Да ну нафиг. Боюсь смотреть. Мониторить температуру — это скучно. Там яйца жарятся. Не могу. На агенты они не забили, там просто... В момент анонса там что-то произошло, они сказали, что хотим, не будем пока что.
Я думаю, они его выкатят, типа сапы, потому что сейчас еще Red Dead подвинули. Возможно, кстати, на этой E3 покажут. Сейчас Red Dead подвинули. На нах, ёпта! А, ёпта, что происходит? Опа! Спасибо, Глеб. Подожди, а ты Глебу не должен? Нет, вроде. А, ну ладно. Сколько можно FPS-ов купить на 100 рублей? Не, ну давай посчитаем. В принципе, можно высчитать. То есть это надо взять две видюхи, да, такие, относительно... Одна, чтобы на ступеньку была выше другой. А взять там стоимость, посчитать соотношение FPS, сколько там идет прибавки. В принципе, можно высчитать, сколько один FPS стоит в итоге. Ну, ты вообще великий ученый. Но мне лень. Потому что картоха не тупой, он не будет заниматься такой хуетой. Для этого нужно чуть больше, чем единица интеллекта. Вон Гур знает биологию, пусть я считаю. Ну, у меня удача 10, так что это. Мне повезет. На момент перекур от видюхи прикуришь. Во. Хорошие советы дают. Чего, какие советы? На момент перекур от видюхи прикули. Да не, я уж обойдусь как-нибудь. О, я снял сейчас шкуру с животного, еще не существующего у меня, клинком скрытым. Нормаляк. Так может ты пальцами там ногти не стриг долго? Ну, кстати, да. И звук такой, да, желе, как будто я эти ногти выкидуха у меня. Не, ну там уж анимации никакой не было, может, нам было бы легче. Сапоги, нож. Ты что, не сможешь, что, кстати, посчитать FPS-ов от одного. Почему? Потому что... Дело в том, что слишком сильно разнятся ценовые категории видеокарт. Нет, ну взять просто за основу. Ну, смотри, там же GTX. Ну возьми, вот смотри, 1060 там, 1070, да, вот на сравнение. Или вот чтобы было более такой, более явная разбежка, 1050 там и 1070. Блять, если брать не в российском магазине, то она стоит 13 тысяч рублей. Да какая 14. Разница, мы же будем соотношение считать. За 100 рублей можно сфоткаться с коробкой от GTX 1080. Хреново. На Амазоне 1060 вообще может за тренажку взять. Блять, почему мы в России? Бля, Гура, ты не в ту степь идешь. Ну, блять, серьезно. Ничего. За тренажку 1060. И чего? 1070 вообще за 20. Если сейчас зайти на какое-нибудь блядаем видео. Nvidia должна так же, как и Nintendo, продавать коробочки от видюх. То есть у Nintendo все настолько охуевое, что они продают коробочки от видюх. Даже не приставки, а тупо коробки от видюх. Че, можно что ли реально купить коробочку? В чем прикол? Ну, я видел где-то там в этих всякие вбросы были. Типа, продам коробку от айфона для того, чтобы ваши соседи вам завидовали. Там, типа, такой хуйни. А, то есть просто, типа, для зависти. Ну, типа там, да. Чтобы повыебываться. Прикольно. Интересно, тут покупают? Вот кому нужно коллекционировать зависть, я не знаю. Короче, сидеть говоря, и... на этом. На зоне тот же самый GTX, который я смотрю, стоит, блять. Уже... Он уже закончился, ничего не стоит.
15 стоит. Какая разница? Арендую коробку из-под холодильника. Жилплощадь, нет, не арендуется. Нельзя. А есть еще какой-то толковый магазин, Электрозон, по-моему, называется. Или как-то так. Может, в вашем нижнем они есть, конечно? Нет, он московский. Ну, он интернетский, но с доставкой по Москве. Мне его когда-то, не помню, Ярик, что ли, порекомендовал. Типа там всякие сидят тоже задроты, там покупают всякое. Эти самые оверклокеры и так далее. Ну, вроде как, типа, считается нормальный магазин. Такая погоня у меня вообще интенсивная. Забил нахер на этого ассасина, ковыряя тут сундуки. Да, здоров, Линьон. Ну, нормальная тема, чё ещё там? Электроблин. Как нам Nintendo Switch? Ну, как-то похуй. Вообще насрать. Был бы прикольно, а так похуй. А ты бы хотел его купить? Не отказался. А зачем? Ну, если кто-нибудь купил это говно, можете продать гуру. Вот он, видишь, не откажется. В Зельде там прикольные всякие мини-игры, опять же. А, ты из тех же фанатов, Марио, ради кого Реджи каждый раз на VGX рассказывает про Зельду и Марио, да? Да. Круто. Не знал, что вы существуете. А мне вот интересно, а если Nintendo вдруг упорится и решит сделать точно такую же механику, точно такую же концепцию, только назовет игру не Зельда? Она вообще продастся хоть там хоть одним экземпляром каким-нибудь? Ну, ты понимаешь, что оно работает не так, как ты сейчас вот здесь пиздишь? Оно работает именно так. Зельда! А, дрочит! Деньги выделать! Я кончила! Картоха, засунь себе, пожалуйста, свой язык в жопу, не вытаскивай больше, а? Зельда! Марио, Зельда! Ты сейчас вообще не на тот рынок лезешь, и не выёбывайся, пожалуйста. Иди выёбывайся в свой двор. Чё ты меня запрещаешь дрочить на Зельду? Какого хуя, гур? С твоими охуительными шутками вообще замечательно. Охуенный Марио, охуенный Зельда. Ну ладно, я уберу сперму с лица Зельды, так что быстро от тебя. Картоха, про GTA то же самое можно сказать. Про GTA это можно сказать, слушай, справедливо, там есть причины. Я на GTA тоже могу подрочить. Картоха, не шарит игры Nintendo про геймплей, просто многих стилистика отпугивает. Картоха не шарит, картоха тупой ебан. Который в жизни ничего, кроме ебаного Дума и Квейка, не запускал. Хуй сосен тупой. Я играл на геймбое в Зельду. Молодец. Когда-то, прикинь. Возьми с полки пирожочек. Не, на самом деле, я не знаю. Я не играл, да, не буду. А чё такое вообще? Я просто... Так я наоборот комплимент сделал. Макс, ты проиграл в обучении ассасина. Ну и что? Я просто хотел пойти за сундуком и думал, что можно нормально, пускай он дальше бежит, я его потом найду. А оказалось, нет. До этого-то можно было. Почему-то сейчас вот он... Тебе только играть, что в Зельду. Нет, даже с такими способностями я не буду играть в Зельду. Ну почему? Потому что ты ее уже обдрачил. Блин. Дрочил бы, Макс поиграл. Поставил бы донат говное. Nintendo Switch. Да
Да блин, что вы хотите? Консоль только запустилась. Ничего там нет. Кроме Зельды. Марио есть? Марио Карт. Есть Nintendo Super Heroes, там какие-нибудь, да, где и все герои и Nintendo. Я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Конечно, я не знаю вашего лица, но полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Пизды давай, пока тебе два джойкона не засуну. Тебе джойкона будут засовывать. Джойконы с удобной повышенной отдачей вибрации. Сложный юмор, ладно. Что ж, Волпол, пора за наградой. Вью не является портативкой. В этом-то вся проблема. Я сейчас не хочу сидеть разбираться с цветами в дискордах. Сложно. А что там нужно? Серый мне дайте! Какая разница? Такого серого. Блять. Эдвард. Wii U имела просто отвратительные продажи, отвратительные лицензии. Поэтому она не взлетела. Сейчас у Switch'а все хорошо, Nintendo действительно смогли сделать как и нормальную портативку, так и хорошую домашнюю консоль, но больше портативку. Sega на этом когда-то прогорела. На чем именно? Она, по-моему, не смогла с кем-то там. Компетишн. Так. А, ну точно, там же была Super Nintendo и Sega Mega Drive, по-моему, на которых понавешали всяких обвесов. И она нахуй никому не была нужна. А после пришла 3D эпоха, где Sega уже ничего не смогла сделать. Блять, я буду за этой листовкой гоняться полчаса. А, это не то. Это не песенка. Ну, позже. А, точно, был же еще Dreamcast 3D. Ну вот, кстати, Dreamcast вообще никому не вперся. Сатурн вообще был продуктом никуда. Он тебя спрашивает, будешь стримить прохождение Тени Мордора? Два. Я его закончил. А второго... не знаю, наверное. Я, кстати, забыл, когда он там обещает дата выхода у него. Да, я тоже не помню. То, что Dreamcast был раньше, это, конечно, хорошо, но дело в том, что на Сатурне уже погорели товарищи из Sega. А, там у них это, что-то как-то проблемы были у разработчиков, да? Ну да, под их платформу было тупо неудобно разрабатывать игры. Угу. И это... они растеряли весь элемент доверия как раз-таки на Сатурне. О, ну Dreamcast, она была в плане железа, ня-ня-ням. Я помню вот игрушки. Опять же, с времен этих клубов. С телеками. Стояла куча Sonic первых. Вот, и по-любому одна Dreamcast. Ты просто вот смотрел на графонии на Dreamcast и на Sonic, и, блядь, охуеть. Почему тут нету столько Dreamcast? Потому что на Dreamcast игр не было.
Здорово, пятого. Как нам VR консоль для них? VR это чисто покашная тема. Консолям туда лучше даже не соваться. Почему? Ни одна консоль не сможет себе позволить то, что дает HTC Vive. Полный на Dreamcast появились QTE? А, да, вроде бы что-то такое было. Я в Dreamcast, я Dreamcast, не ассоциация с Dreamcast, это как раз таки этот Crazy Taxi. Offspring, блять, как это было охуенно. Ну, короче, ни одна PlayStation, ни один Хуан не смогут себе позволить 4 датчика в твоей квартире, или 2 там, я не помню сколько, у HTC, которые смогли бы тречить твое местоположение в реальном времени. Серьезно. Ну, Shenmue это да. А есть порт Shenmue какой-нибудь? Нет, конечно. А через эмулятор? Через эмулятор можно. Да и на PlayStation есть порт на VR. Вот я сейчас кстати... рукой, короче, убиваю свиней. И ты так весело бегаешь после этого. Ля-ля-ля. Блять. Вот ты настоящий охотник. Я думал, то, что в этом Far Cry, там третьем, охотиться на кабанчиков с калашом, это такое себе занятие. Нахуй просто, блядь, леща получи, свинья. Сука, кабан пришел попить, а ты его зарезал, мудак. Я его погладил, мне нечем было его зарезать. Я не виноват, что он от этого умер. Все, к чему я прикасаюсь, убирает. Все поздно, сколько шлюх ты перетрахал? Да, не считал. Ходячий сифилис. Ну, вон она, долбаная листовка. Так, вот сейчас будет, блядь. Да блядь ты, буебон. Да Шенму вообще в свое время никому в хуй не уперлось, потому что излишний реализм, на который было всем посрать. Сложно. Ну да, они игры пришли проходить, а тут заставляют ждать по 3 часа реального времени. Ну, сука. Хватай, блю. Сейчас вот бы собирать ты... шанти без шанти. Ух ты, поймал все-таки. Кабанчик! Сабли ты зачем достал? Стой, сука. Я не знаю, что за движение он такое делает, когда я нажимаю на мышку, не имея цели. Опа! Ну, кабанчик. Теперь вы примерно знаете, как выживал Робинзон Крузо. Бегал, собирал листовки по озеру. Правда, у него там вроде бы как козы были. Ну ладно. Что нужно попробовать жизни? Убить свинью рукой. Левой рукой. Левой рукой. Вот так подходишь просто и в холку. Шлёп. Гонка ретардов. Чё сразу ретардов? Не надо обзываться. Блядь. Стой, кабан. От меня не уйдёт. Всех кабанов истреблю на острове. Нога моего не ступит с него прочь, пока я не истреблю всех кабанов. Газ патроном слабо кабана завалить. Газ патроном кабана? Да. Сложно. Что ты себе это представил? Ужас. Так, что-то я не понял. Сундук тут. Да. Как туда попасть-то? Максим сказал, что пираты норм. Не понимает, что все на это. Да, совершенно верно. Ну, отлично. Подождем дивидерипа. Нет, иди смотри экранку. Увидел кабана по холке на. Вот, Петра в чате объявился. А, он давно объявился. Какую тераль тупой списан для тебя? Обойдешься.
Сначала у нас тут есть одна роль тупой, и она не Пьетро. И он не тупой. У вас тут, чате, какая-то история с инцестом произошла. Чего? Ну, ты что за история с инцестом? Ну, что за история с инцестом? Не знаю. Вот, кстати, тут это по поводу Игры престолов спрашивает себя трейлера, и сразу, типа, ты мстишь кабанам за Роберта Мартина. Хороший был царь. Роберт, мать его, Баратеон. Взяли, убили, ни за что, ни про что. Да как тебе трейлер-то? Хороший трейлер. Нормально. Вообще, экшона там завезли, да? Да. Что, не выдержал долго, Максимка, игру для умных. Да ну нафиг ее. Тупая игра. Вот это битва с кабаном. О, господи. Нормально, победа. Я победил, все хорошо. Мне кажется, ты ему просто за ушком почесал там. Я в итоге его, по-моему, съел просто с него. Шкуру эту сгрыз зубами. Ты уже целый час стартовой локации, что так? Чего? Классная стартовая локация, красивая. Я собираю все сундуки. Я когда-то также проходил в прямом эфире этот самый рок. И я говорил, что если буду проходить Black Flag заново, то только так. Иначе какой смысл? Ведь в этом смысл Assassin's Creed у всех. Задротить, задротить, еще раз задротить. Никогда не понимал этого смысла. Это же... Вот что-что, вот именно вот всякая задротская в Ассасинах. Это, блядь, это шкуна здесь самый зашквар, который только можно придумать. Неправда. Ну это фарм ради фарма. Проще. Иди в Зельду играй. Иди кабаном гладь. Лучше в Зельду играть, чем в это, серьезно. Uh-huh. Ну я тут с Гуром даже соглашусь. А вообще, вы не замечали то, что у Nintendo какие-то странные эти, походу, проблемы с женщинами? Вот. То в Марио, этот Марио пытается догнать и выебать принцесску, то Линк пытается тоже догнать и выебать принцесску, все никак не получается. Это показывает то, что нужно добиваться женщин. Добиваться? Ни разу не добились ничего. Ну потому что они лохи педальные. Я не хочу ассоциировать себя с этим героем. Вот Кенвой, вот это вот настоящий герой. Вот он просто одним только рукопожатием может убить. Он выебал бабу до того, как начал свое приключение. Да, вот именно. Ах ты ж паскуда. Вон, взять тебя высоком, а он бы потрахал. В смысле о высоком? Принцесса Макс... высокая, что ли? Да. Не достает? Макс, почему ты погладил чувака по затылку рукой, он умер? Я была... вонзил в него саблю. Это была интимная зона. О, 12 рублей у чувака нашел. О, у этого 9. Черепаха! Возьмите мой сахар, забирайте. А, все. Ее нельзя убить. Хотя, наверное, можно, если стрельнуть из чего-нибудь, но я не буду. Не хочу черепаховый суп. Лучше из крапивы. А, то есть Линк все гнался за девушкой, и потом оказалось, что они родственники. А потом оказалось, что она кинодевка, да?
Хотя там, блин, у Nintendo с их факапнутыми таймлайнами. Таймлайнцами? Что? Таймлайнами. Вот было бы прикольно, если принцесса таймлайнцем оказалась. Вот это было вообще ништяк. Хопа. О, слава богу! Спаситель! Премного благодарен. Черепаха эволюционирует и сама тебя убьет. Он ваш? И главное, его это, в канализацию не закидывай никакую. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь моим кораблем? Просто Максим не убивает всех, кто умнее его. Дункан. Ваше имя, друг? Стив. Максим у кого-то учится. Строго между нами. Я выполняю тайные поручения его величества. И мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть. Слава богу, есть одна замечательная команда, кто гей называется. Только на канал подпишись. Да. Да, отлично, новая команда. Вообще просто ощущаешь себя. Ты с другим человеком. Но сегодня и день богат на разные события. Грек, небось, только ради этой команды подписался. Да, только и подписываются ради этой команды. Без подписки не работает. Шлюпки нет, опасаясь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Скайрим, отстой, ты садись. В чем здесь Скайрим вообще? Ну, типа, то РПГ, это РПГ. То Open World, то это Open World. Ну, в Скайриме можно сделать этот модами модельку Зельды и выебать. Ваши зелье можно так сделать? Унаврять. Надо было снять камзол. Так. Вон. Мамкин диван, аналитики собрались, я чувствую сегодня. Скорее, ваши зелье в жопу, ребят. Спойлер, Максим записывает фотожи для истории серии. Я не знаю, куда эти фотожи можно будет ставить. Только каким-нибудь живодером, там, знаешь, которые ищут разные интересные пути убиения свиней. Просто детектор геев показал, потому что геев сейчас нет. А, ну все, короче, ведьмак победил всех. Ускорим можно сделать картельку картохи и выебать. Ну это тоже можно. Не отрицаю. Так, где сокровище, блин? Макс, а может ты строишь некрологов в этот раз? А то в прошлом году обмолвился об этом и ничего не сделал. Может. В смысле, некрологи? А это была идея, короче, каждый раз, когда серия новая «Престолов» выходит, после этого собираться стримить какое-нибудь говно и просто обсуждать. А-а-а, ёпта мать. Ну а с кем мне обсуждать? С этими, что ли? Вот гуру вообще не смотрит. Дикий человек. Спойлер в чате. Или это не спойлер? Где там спойлеры? А чё там, а чё там реально интересно? Я, если честно, как-то так просто сижу и тут стебусь. А чё клёвого взяли последний? Они там отстроили огромный открытый мир, при этом сделали довольно-таки неплохую систему перемещений, украли у этих Shadow of Colossus систему забирания по-всякому. Ну, серьезно, украли. Да? То есть, как примерно, как вот как сейчас Кенвей тут ползает по всяким таким, то там что-то типа похожее, наверное. Да, ну а вот именно то, что идет
сколько долго ты можешь ползать. Ну, счетчик выносливости. Типа. Угу. Ну, типа физика там в реальном времени, все дела, да? Они скрипты. Да. Мир построили, это... FPS забыли. А что там, FPS-то забыли? Не знаю, вон пишут в чате. Ощущение. Видимо, кто-то на эмуляторе Wii U запускал. Вот для него FPS точно забыли. Потому что я у себя пытался это все сделать. А что еще? Что еще? Ну, собственно, открытый мир с основным квестом, с сайт-квестами, полноценный RPG. А сайт-квест нравится. Интересный или принеси, убей? Ну, где принеси, убей, где интересный. Забыл вышку, черт возьми. Ничего, наверстаем. Но как бы новая Зельда еще и на Wii U вышла. Ее можно запустить на эмуляторе Wii U. И что, эмулятор Wii U клево работает? Он работает. Это все, что про него можно сказать. Понятно. На нах, ёпта! Да неужели? О, у нас... Добро пожаловать! Еще один... Еще один пользователь, кто гей. Замечательной функцией. Еще один обладатель прав к этому решающему судьбы аргументу. Ну, что-то вообще какие-то рекорды у нас, по-моему, только за один стрим, может, какой-нибудь там платный подписчик был, а тут вообще целых... Кто у нас там? Бензин... Ой... Жека пробил себе, да? Вот еще. Вообще, короче, сейчас столько кто геев будет. Прям нон-стоп. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Сити 17. Может, это на звук поставить? На платного подписчика? Кого? Добро пожаловать в Сити 17. Вы его выбрали или его выбрали для вас? Лучшее место из оставшихся. Не для, а за посыл, понимаешь, между для и за. Партнера ищет. Так вот почему, Бадан, ты не подписываешься-то, а? Хитрый жук. Вы зачем жрачно чисто бананов покажет? Вы выбрали гели или его выбрали за вас? Ништяк, мы с Бонависта все собрал, все угнал. Да, сейчас только подписоны, это элита только может выбирать геев. Ну, рандомно, правда, но. Выбирать геев. Круто. Не, геев выбирает бот. Бог. Бог. Ну что? Вперед. Это наш босс Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Леонид. Как чуть твою позицию высказать? Играть без русской обычно. Для раз он взгляд. Какой проект? Образец 17. Родки мой. Эйтон. Коннор. Эдвард. Герас. Выпускной? Что выпускной? Очень интересно. Добро пожаловать. Который вчера был. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, выпускной? Да, только узнаю человека. Да, вообще все было выпускной, как ответить. Сайбом. Рад знакомству. Что-то после «Мафии 3» такая лицевая анимация здесь днищенская. Членодевки — это совсем другое. Не сравнивай хуй с пальцем. В смысле, членодевку, член членодевки. Ну, ты понял, короче. Я сейчас не могу уже орать в нём, чтоб все спят. Этот недотёпа Джон, наш чудо-айтишник, чинит то, что для тебя.
Я не чиню, я отлагиваю. Максимум еще могу вот так вот сделать. Вот и он. У тебя там что, варианты, типа так? Прошу, садись, короче, говно ты когда-то купил. Чё, как это говно называется? Так а чё ты город-то не делаешь погромче сам? Он у меня на 200. Ещё громче. Ты чё, говно? Я не понимаю, чё у вас там. О, Логан вышел в хорошем качестве. Всё, пойду покупать. Ты чё, на него не сходил, что ли? Нет. Когда? Нереально. Ну ты говна. Я хуею вообще. Ты что, не сходил? Ты не сходил на пиратов? Ты не сходил на Логана? Знаешь, как пираты только люди... начались, а Логан давно уже прошел. Люди имеют такое свойство, как работать, а нормальных работает, сука. И при этом ходят спокойно в кино. Нихуя они спокойно не ходят, если они ничего не занимаются всяким стримерством и другой поеботой. Когда вышел Логан, ты не занимался никаким стримерством? Я занимался другой хуйней. Ты вот именно такой хуйней занимался постоянно. Вообще на тудыч пошли тогда, так что, сука, ты вообще виноват. То, что я проебал Логана, ёбак. Подожди, нихуя подобного, мы тогда стримили, между прочим, тогда сразу после релиза заспойлерили концовку Логана. Так что не надо тут ля-ля. Не помню такого, не было такого. Ёбак, блядь. Логан в конце убил всех пиратов. Короче, у вас Дискорд тупой, ничего не... Может, это у тебя Дискорд тупой? Ты, может быть, может, наконец-то... у меня Дискорд тупой. Может, ты наконец-то это, микрофон к рту поднялся, не к жопе? Может, теперь что-нибудь умное скажешь? Блять, идите нахуй, я вообще сейчас спать пойду, пидорасы ебаные, как я вас ненавижу, сука. Верни, не-не-не, верни, говорю, микрофон в жопе. Я тут уже бывал. Спойлер, Джек Воробей пират. О, нет! Знакомые лица? Нет, хочу казаться дружелюбным. А потом представь то, что вообще все эти пираты, на самом деле, это был очень большой приход из Страхненевис в Лас-Вегасе. На самом деле. Все, блядь, ну вас нахуй, пидорас. Все, всем спокойной ночи, всем до свидания. Ну спи. Горобичевый. Слабак. А сам в Зельду пошел играть, небось. Да по-любому там, пытаться выебать. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. Гур, ты самый нормальный из вас троих. Слушай, из троих гуров, что ли? Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Да нормально вроде пирата Максим говорит. Отлично, выпейте. Не верите всяким вот этим багетам по поводу того, что что-то говно скатились. Боже, какая жестокость. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Блин, мне так нравится вот такая вот лазурная водичка. Да, вообще тут красота. Обожаю вообще такую воду. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы правы, я ведь женат. Потому и предлагаю. Блин, да шуша оно так тормозит-то. Вот, здесь можно приобрести личное. Чушь какая-то. Мне тоже нужен так, клинок Дункан. А попробуй ради интереса настройщика. Эта ржавчина ничего не стоит. Присыть компании. Может, есть какая-нибудь тупая плашечка, которая все хуячит. Я там когда-то на ультрах играл, у нее спокойно. Да похуй, да попробуй. Вот интересно вообще, поменять что-нибудь или нет. Так. Прорисовка местности. Частицы. Да просто пресет ёбни. Сумеречные лучи. Сумеречные лучи. Может, здесь тоже где-то спрятаны эти тени трупных роз. Мягкие тени, у меня вроде раньше стояли. Тени трупных синей там. Склаживание, какие-то тут сложные системы.
Поставлю обычный FXA. Да, блядь, просто въеби это. Чё? Да ну нафиг эти пресеты? Въеби пресет, ну пожалуйста. Пресеты говно. Въеби пресет. Вот, по-моему, из-за частиц физикс все люто лагало. Может быть. Ну, иногда еще из этого затемнения тоже бывает, иногда выебывается. А, ну, блядь, физикс это вообще самая глючная поебота в мире, блядь, так что... Физикс это очень глючный. Может, так. И мне купить клинок? Будем воевать и, по-моему, вместе? Особо ничего не поменялось. Братья-близнецы. В смысле, я чё игнор? Что я проигнорил такое важное? Ну чё? Одолжите, вроде нормуль, да? Как-никак я вас спас. Да фиг пойми. Конечно. Спасибо. Так, купите пару клинков. Ну, сейчас купим. Клинки. Это мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь... А, ты про Nintendo, да? Но и вам сгодится. О, черт возьми! Угу. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А хотя Гур ушел уже неприкольно. Ну, стебать таверну, Nintendo. С внутренним двором. Бугимен и Настя вроде даже с просонья захотела еще поиграть, но сегодня ее уже не будет. Пока светло, да? Да. Трон, ты, блин, как вообще придумаешь эти вопросы? Ой, Ривка приперлась. Привет. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Что было? О, дайте... Трону надо интервьюером становиться. Наверное. Да ничего не произошло. Зельду обосрали. Гур бомбанул и ушел, да. Приметил. Мы близко. Держитесь. Все думают, что ты тут этажи записываешь в истории серии. Не стой, или я тебе колени переломаю. Да уж, история серии начнется с четвертой части, не с того, не с сего. Я рядом, гаденыш. А, Риску забанит за то, что арт не рисует. А как она потом тогда скинет арт, если она будет в бане? Не в тот карман ты полез. Нет, так по Зельдам всяким и Мариам не японцы упарываются по большей части, а американцы. Самое интересное. Две истории серии Лебовские. Дружно. Надо сначала Максиму нагнать их на ковер. Кончилась история серии. Нет у нее истории. Всю историю перебрали и переписали. А зачем? Гур, кстати, видел историю серии, весь этот сценарий громадный. Да? Да. Один из немногих, кто видел текстовый вариант. Но он тоже понял, что там 2 часа контента и что это нереально выпускать одним роликом. То есть уже даже после того, как я отсек предысторию в надежде сэкономить, все равно даже в нынешнем видео. А может, ты знаешь что? Так ты лучше книжку просто сделай. Точно, напиши книгу. Не хочу. Так. Блин, что-то с этими, конечно, подлагиваниями играть, значит, дискомфортно, примерно как на бутылке сидеть. Да нормально, чё? Да уж. Не, на стриме, кстати, так нормально, в принципе. Тебя свопить немножко, что ли? Ну, как-то да, мышка не плавно совсем ведет себя. Не спешите, я буду тут.
Приятно встретить валейца в стране. Ой, Ириска хочет про неловкий момент рассказать. Коротаю время до следующей войны. Неловкие моменты? Повезло, Георг. Да, блядь, каждый день у меня, сука, какой-то неловкий нихуя. Ну давай, давай, рассказывай. Твое лицо мне знакомо. Ты ж водишь дружбу с пиратами в Насау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Что там мужик делает ножами на заднем фоне? Поганец! Я предупреждал! Хотите драки? Будет вам драка! Ну же, сюда! Сейчас проверим вашу силу! Бля, вот вроде забыли все бутылочные шутки, пронесло. Так нет же, блядь, Максим вернет чего-нибудь. И вернет бутылочку и сядет на нее. У меня в жизни такие же унылые драки. Не бросай меня, я найду вас! Ай-яй-яй. Эксбициониста? Ты повстречала? Так надо было и риска в ответ просто тоже свой плащ распахнуть, там же ты ж чернодевка. Ты знаешь, как бороться с этим всем. Я тебя учил. Ты всегда так делаешь, да? Я? При встрече с эксгибиционистами. Распахиваешь плащ тоже навстречу, да? Типа, зацени мой. Ха-ха, проиграл. Куда просто холодно на улице. Ой, Легион, а мы Шах и Люди вдруг взялся читать. Чё, Лост, что ли, посмотрел? Про Никси, как там Сойер с Беном обсуждали. Тут можно рассказать о Максиме и свиньях. Мы Шах и Люди. Пойду я покурю и подумаю, что делать. Я не хочу пока больше в Ассасина играть. Может быть, вырубать стрим, а может быть, и... хрен знает. Ты как? Вообще, еще бы посидел? Че? Я? Да. Че, куда? Так мафию давай просто... продолжай. Ну вот я тоже думаю. Я как бы в мафию еще погоняю. Я уже стримить точно ничего начинать не буду, потому что на работу... Ну, я имею в виду в эфире это делать или без стрима уже поиграть просто спокойно. Что? Да вот я просто и думаю, заканчивать стримы просто в мафию играть, или не заканчивать стримы в мафию играть. Играй, короче, играй, запускай мафию, будем мафию дрочить. Ай, так, ладно, сейчас пока. А, ты все-таки пожалела его, да? В Rust я за эти 4 года играл, причем не так уж и давно. Ой, блядь. Нахуй со своим Растом, блядь. Рассказывай, он играл и поэтому у Картохи там травма, связанная с этим. Нет, да мы тебя, блядь, с этим, как его там... С Веком, со Стигом. Со Стигом, блядь, и с Веком проклинаем до сих пор. Цитадель, блядь. Мы уже там сервак нагнули к тому времени, пока ты там объявился. Ну ладно, ты пока можешь рассказать эту cool story, я пошел курить. Не хочу. Нужны донаты на cool story. Какой кроссор, что?
Забудьте. Вы видите вообще, чем Максим занят? Он пишет книгу по истории Сирии. О том, как он писал сценарий истории Сирии. Что там за ютубчик? Петра, что ты там? А, вот это. Ёб твою мать. Давайте лучше в DS, там с последним обновлением три модельки дерева и шапка добавили. Блядь, да ну вас нахер. Блядь, ну опять пирожки с картошкой. Да что вы такие все ублюдки-то, а? Че вам картоха-то сделала? Вот сегодня прихожу в рабочую столовую, там были пирожки с картошкой, вот никто, сука, не купил. Вот никто, потому что все знают. Иришка, я надеюсь, у тебя эрекция не началась с этих всех манипуляций страшных. Ужас-то какой. А если мне будешь делать депиляцию, у меня эрекция начнется, что такая же будет реакция, да? А что там за игрозор после Е3? Спойлеры. Какой игрозор? Какие-то. Мы тут эрекцию обсуждаем, ты тут игрозор, блядь, влез со своим. Я в чате увидел, ты вообще с чатом работаешь или ты сам с собой эрекцию обсуждаешь? Я работаю вообще просто. Да понял, ладно, не оправдывайся. Я не оправдываюсь. Ириска сейчас тебе все расскажет. Правда, сейчас я думаю, сама меня... Ты сейчас подавишься своей эрекцией. Аккуратней там. Ну, блин, хорошая эрекция, большая. Подавиться можно. Так. Ну вот. Пойду к Саме, вот она мне будет делать депиляцию. Все, Сама, я ухожу к тебе. Сделай мне. Что-нибудь. Чипсы сделай ему. Чипсы. Добрых снов. Это привет или пока? Ну, на всякий случай, привет, пока. Чили-вили. Желает добрых снов всем. И фиолетовое сердце. Чипсы из него? Из него это из чего? Картоха выдержит все. Блин, у меня вроде была заглушка мафиозная, но походу нету. Да ладно. Я не дубень, я картох. Чё? Чё там? Что ты поломал? Не, ничего. Всё нормально? Мафию гружу. Не грузи меня. Чиксом? Как ты относишься к чиксам? Не, ну если со сметанкой, то нормули. Чиксы со сметаной и зеленью, да? Да-да-да-да-да-да. Ну, даешь зелень, потом сметана у них появляется. Я должен это сделать, миссия называется. Сесть в машину Донована. Сесть на бутылку. Не хочу. Нет, я убегаю. Господи, спаси меня. А у черных бог черный? Ну, Морган Фриман, да. Кстати, а ты в курсе, что на Гаити
есть, короче, реально религия, и она зарегистрирована как религия, вы можете нагуглить, проверить, абсолютно реально существует такая у черных людей, что, короче, когда будет второе пришествие, там придет, короче, черный Иисус, и все в мире станет ровно наоборот, и белые люди станут рабами, короче, черных. Подожди, а сейчас, что ли, оно уже не случилось? Ну, оно походу потихоньку происходит. Ну, то есть мы, понимаешь, вот фильмы все вот Оскара берут, блядь, с черными, игры везде черные, это черные, 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 толерантность, вот это все, там, если что, сразу расист, расист. Ну, всякие топовые эти клипы, чарты, там тоже все, вот, смотришь, там, рэпчик, R&B и всякая такая поеботина. Все, мы уже началось. Гаитяне там, походу, уже, блядь, тусуют вовсю. Так, ладно. Короче, ладно. Погнали. Будет ли прохождение колды второй? Когда-нибудь, да, наверное. Ну да. Мы как бы планировали изначально вторую колду. На 9 мая. На 9 мая, но кое-кто все просрал. Я показал World at War. Это был вообще World at War. Полный War. After I got back, Marcano offered me the Hollow, said it was time for Sammy to retire. I told him no. So you think what happened is your fault? I want to see it otherwise. Перед Трамп с тобой все понятно. Я видел аниме, где есть главный злодей. Maybe give him a gold watch and a plaque congratulating him on his retirement? We both know there's only one way out of the life. And you still haven't answered my question. I'm gonna take over the city, district by district. Marcano wanted me to run the Hollow? Fuck him. By the time I'm done, I'll be running the whole goddamn city. Игру на Твиче поменял? Да. А, ну, обнови страничку. Why the fuck wouldn't I be? Oh, I don't know. Maybe because you got shot in the face? Не хочется обновлять, чтобы не терять ваши замечательные комментарии. God, if that isn't the fucking truth. One other thing. Probably not much of a surprise, but most of the cops in this town are in Sal's pocket. Yeah, don't always assume that. Just being diligent. The cops see you fighting Sal's goons. They're coming after you every time. Так, ладно, пойду я схожу покурю. Ну давай. Что самое забавное, когда ты запустил Мафию 3, все, то народу как-то побольше стало, чем на этом, на Ассасине. Не намножко, но больше. А сколько сейчас? 122, ну один человек убежал, по самых слов. Все, у тебя хрена. Да, тема San Andreas здесь удивительным образом уместна. И даже есть что-то в этом во всем San Andreas-овское. А, как сюда войти? А, понятно. Колбас полный. Блин, что так темно-то? Не вижу ни хера, как в жопе негра, блин. Хотя мы, наверное, там и находимся. You to run the hollow.
Вот мерзавцы, а. Что же они делают-то? Что этот белый себе позволяет? What the fuck? Во всех американских домах есть огромное окно в туалете. Может быть, может быть. Из Макса Фрая не помню, наверное, нет. Я Сан-Андреас так и не осилил, летная школа оказалась сильнее. Мне, кстати, вот в этом GTA 5 летная школа понравилась. Постригся как МакГавка. Теперь ох, похож нет. На этого самого, на Конора. На кого похож? А? На Конора из Assassin's Creed 3. Конона. Во все американские дома черные ходят потом через окна. Это знаете, как для песиков и котиков есть такая нижняя дверька специальная в двери. То же самое, есть специальное окно для черных. И котики. И котики. И котики. Опа. Телку нашел. Жалко, что тут картинка. А гардеробная, ну-ка. Трон. What the fuck? Ты же сам напрашиваешься на ответ. Какой самый тупой или интересный вопрос вам задавали и кто? Что-то костюмы говно. Что-то игра говно. Не, игра ну ладно, пока не игра, говно. Игра пока нормуль. Да возьми этого. Не, ну тут понимаешь, тут чтобы соответствовать. Солдата взять? В шлеме ходить, блядь, по городу. О, кстати, а прикольно, да, вот это вот жилеточка. С физикой такой. Физончик. А, то есть можно было все-таки зайти через дверь, да? Окно уже что? Заколотили окно. Пока я был там, окно заколотили. Как это? Скажи спасибо, что еще дом не подпалили. Да уж, блин. Да, ладно. В игре можно костюмы менять, фен не врал. Нам. Так а это, по-моему, появилось с патчем с каким-то. Если я ничего не путаю. А может и нет. Точилка такая козырненькая. Раз зачитал вопрос, ничего не обязан, не хочу, не буду. Да, Микола, походу ты прав. Трон — самообучающийся компьютер, как игрок из элитного мира. Чё за нах? Игрок — это вообще самый матовый персонаж. Какой музон бодрячий. Там какие-то Деды Морозы поют. Почему Деды Морозы? Вспоминаю, это черные Деды Морозы.
Вот если ты станешь подписчиком, тогда ответишь. Ладно. Не ори на картошку. Да. Сама защищай своим этим. Ну, в смысле, всем меня. От всех. Там Snoop Dogg Моисей? Что? То есть ты это называешь музыкой, а это что, вчера играла? Нет? Дать это тебе сразу на нах. Ну, тут, как сказать, музыкой. Ну так, мотивчик есть какой-то. Tail one of these Haitians. Hope he leads me back to the mysterious leader. Hey, it's better than no option. Once you've ingratiated yourself with them, you come see me. I'm finishing something. Yeah, I'm not even не буду пытаться разжигать войны. А знаете, что общего между нигерами и Санта-Клаусом? Чего? Вчера был говновоз, это было прекрасно. Оба залезают ночью в дом через дыру. Да. Дед Мороз еще на оленях ездит. А вот, кстати, тут очень резонный этот такой вопросик. Вчера был спор насчет косы на движке или рендера. Если они на движке, то почему главного героя куртка поменялась на стандартную перед началом катсцены? Фиг знает сейчас, я не обратил на это внимание. Но опять еще раз говорю, там нельзя было переодеваться в начале, в первой версии игры. А, ну, может быть, кстати, да. Ну, опять же, мы можем просто попробовать настроечки в дно убить и посмотреть. Ну, Максим, естественно, этого делать не будет. Что подарили черному мальчику на Рождество? Уголь? Я слышал где-то эту книжку. Мой велосипед. Белую кожу. Шкуру, да, белую? Шкуру. Так, сейчас подойду. Картофельные наркоты? Ну, блин. А что ты взял то, что картофельное? Вообще нельзя такие вещи в прямом эфире рассказывать. Вот черных обсуждать религию можно, а вот такие штуки нет. Из картофеля можно только спирт делать. Да-да-да. Что случилось? Что вообще? А в чем разница между нигером и апельсином? Когда апельсин снимают с дерева, он еще жив. Бля, сейчас до Максима буду доходить, когда Костя... Ты, короче, я смотрю, в восторге от новых анекдотов. Мы с этими анекдотами, на самом деле, еще тоже, опять же, с Костей в каких-то стримах уже... Все, что только можно насчет негров. Вспомнили. Но там в их в числе подобного там много классного. Кстати, сейчас негры, вернее, мусора просто из-за того, что я есть, начали меня подозревать. Просто потому, что я стою на улице. Пришлось от них спрятаться просто за лавочку. А хули ты такой черный? Ну,
Помните стрим по Скайриму, где Костя зачитывал шутки про нигер? Ну вот я об этом и говорю. Это из стрима Скайрима. Зачитывал Макс, Костя смеялся. Так, а чё? Чё я сделал такое? Я вроде должен был дверь закрыть, а она не закрылась. Слишком сложно. Ты, походу, тоже интеллект единица. We all want Dixie out of the hollow. Give me your boss and I'll make it happen. Так он не привык к обычным дверям, он привык к клетке. You'll find the boss there. Sorry about the headache, brother. Такой прям негрило свирепый. Взял, вломил пацану ни за что. Ну а чё он? Так, это моя машина или нет? Ну, не важно. Сейчас бы спрашивать у черного, его эта машина или нет. Ну, блин, вокруг, конечно, дизайн локации, все очень круто, очень красиво. Аутентично так. Ну, да. Это, подожди, это что, это Аризона или... Это Новый Орлеан. А, Новый Орлеан. А, там же болото вот эти всякие, да? Да. Угу. Там прям в самом начале я трупешника скинул крокодильчику похавать. Да. Найти способ попасть внутрь. Я же негр, и я всегда найду способ. Попасть внутрь. Там кто-то под колеса к тебе кидался, что там было такое? Да, просто взял и упал ни с того ни с сего. Может, человеку плохо было, надо было остановиться, помочь. Да ну. Это забота для белых. Ждать? Ну хорошо. Прокрался и буду ждать. Там, короче, уже у людей какая-то это потейто-зависимость, судя по всему, образовывается. Кофе? Nice trick you pulled back at the Haitian camp. Tenant Baca was holding you prisoner. And I yelled, you are dead. It appears we both full of surprises. Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill. В этой катсцене жилетка осталась. Ну да, кстати. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's back in the Dixie Mafia. Жопка ты говоришь, она еще ничего такая, да? When they do, they'll kill everyone. Не мимо как здесь нравится. Ну да. Hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery. Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Sammy and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man. Прохожих побить. Так он их ваншотит там вроде, да? Ебалом в асфальт. Ух ты, а у Линкольна гарнитура. Из будущего, что ли? Once I have Dahala, I run it as I see fit. No questions asked. As long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hold up from time to time. Да не старав, тут нарвался на один модик. Ребята хотят перенести Нью-Вегас на движок чертова Fallout. Графика, конечно, хорошо, но цветовая гамма совсем никуда не годится. Нет атмосферы пустоши. Не, ну цветовую гамму можно поправить NNB-шками. В принципе. Так а движок там и так один и тот же, я не понял. Нет, ну не совсем, то что модифицированный движок. Все-таки они отличаются друг от друга. Это то же самое, что сказать, то, что один и тот же движок у Обливиона там и у Скайрима. Так у них один и тот же движок. Нет. Ну, блядь.
Ну, то есть просто моделек, что ли, насовали там полигонов? Ну, нет. Что-то ж модифицируют. Это то же самое, что говорить, колде тот же самый движок. Ты ж не скажешь, что там модельки, блядь, добавили текстурки и все. Кислотный фильтр приелся, здесь та гамма 4-го фола не так уж и плоха. Да и на NB-шке как бы они правят все это дерьмо. Ну и плюс вот у меня с модами и со светом. Пустыня выглядит вообще ништяк, как пустыня. Чего ни хрена они не меняют? Антистара, про что это? Нажми на ссылку, что это там на ютубе. Ни хера не меняют, сейчас что там, так что, про что это вообще? Ну, про перенос этот. Про перенос чего? Ну, это, не Вегас, а движок. Так а что не меняет? А что я говорил, что меняет? Я не понял. Ну, чисто текстурки там и всякое такое. Чисто. Не, нифига, тут как бы по-другому, видите. И свет, и анимации даже подозреваю, то, что даже будет немножко другие. Не знаю, я не этот. Я не Лекс. Я не понимаю. А, ладно, а что там, кстати, с другими Sky Oblivion'ами и такого подобного? Да их таких полно вроде. Morrowind и вот эти все. А, вот, тут вот еще костюм. Ничего себе! Я что-то не обратил внимания на них сразу. Тут еще есть всякие крутячный костюм. Офигеть. Ну, нихуя себе. Морфеус? Таджик? Формальные. Охренеть. Давай Морфеуса. Какой, ты имеешь в виду, который рокер, что ли? Да. Блин, и он прическу реально меняет, я лысый. Заебись. Вот это вообще опасный нига. Ох, какой опасный. Черный нига в черной одежде с черной лысиной. Ну это ж Морфеус. Ну пипец. Морфей. Сука, ищи своего Нео. Да и, блядь, эти моды больше анонсируют, чем делают. Кепки, гопянки не хватает.
Skywin, как пилится, как и пилится. Black Mesa. Expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses. Well, I ain't ever been one to bow down. Ain't that the goddamn truth? Say you going out the furthest. Asshole named Merle Jackson. Into a brothel. White fellas come here. Do whatever they want to our. How do I do? Don't. Not yet, anyway. Fucks try to stay out of sight. Someone put a bullet up there. Fight this operation. Not deal with me. Got an idea how to get his attention. Тронцы никак не угомонится. Thoroughbred. All kind of shit. Go in there quiet. Короче, сейчас надо будет девицы из борделя спасти. Чё, одиночество? Так. Ну, тут видишь, тут уже все такие статичные диалоги пошли, да? Ну да, и вот это вот, видимо, и начинается та самая дрочильня, о которой шла речь. Ну, судя по всему. Мне нравится здесь водная тема. Очень круто, так тяжелый такой катер на нем. Плыть прикольно. И вода очень красиво сделана. Ну да. А как тут, кстати, с физикой воды? Ну, когда плаваешь на катере, нормально. Ну, костопорнись, посмотри, там волны это. Или повернись. Да так же, как в GTA, по-моему. Ну, вон есть волны, да, расходятся. Ништяк. Желе, ура! Вот, что тебе спустя столько времени более приятное, Мафия 2 или 3? Не знаю, во вторую я уже давненько не играл, чтобы сравнивать сейчас. Но пройду третью, если вдруг понравится, ну, хоть в какой-то степени. Может, ради интереса запущу и вторую. Не, ну вторую меня реально напрягает главный герой. Такой болван, балбес, блядь, ну, отождествлять себя с ним. Слишком, противно. Слишком гопник. Даже для тебя. Да, да он не гопник, он просто дурачок. Laveau told me you'd be coming. The girls are upstairs. Be careful. Merle's people are all over the place. I will. Thanks. Реально такая опасная нига. Да ладно, он безобидный. Ну, зато тюрячки себя нагнуть не дал. Блин, чё, я спалился, что ли? Я-то думал, я тут стелсю вообще по хардкору. Ничего не получилось? А, не знаю, там что-то какие-то заорали, убежали, побежали куда-то.
Враждебная зона. Проституция. Внезапно на тебя может напасть проституция. Блин, я не могу твой ник, чувак, прочитать, сорян. Куда она побежала? Мне понравился Линкольн, интересный персонаж, нетипичный черный и нетипичный герой. Вот так. Что? Нифига себе, она испарилась. What the fuck? Призрачные шлюхи. Призрачные шлюхи. После того, как ты им заплатишь, они испаряются, да? Блин, а че же она этого не сделала, действительно, сразу? Ой, а тут опять... Она опять на месте. А, точно, ищущий инжир. Блин, это невозможно просто. Она заспавнилась обратно там же. Ну-ка. Это сутенеры просто черную магию вуду используют и обратно засаманивают. Сама. Я так же с работы бегу, как эта тёлка. В таком же виде, да? А боже мой, дефиляция, эрекция! Она вскрыла замок, что ли, какого-то дома? Что? Блин, опять темно, как в жопе негра. Опять исчезла. Это как так? Это что такое? Реально? Какого хуя? Там висел замок, я бы не открыл эту дверь, наверное, без нее. Так, бля, вот это... Охуеть! Ну-ка, могу я такую дверь открыть? Попробуй. А, я такую выломать только могу. Она ее просто взяла и выломала запросто так. Она открыла. Блядь, это понимаешь, это какие геймплейные эти штуки получаются? Она ебаным ногтем может, блядь, открыть дверь. Состояние эффекта. Да уж, лысый тут научинял беспорядков. Блин, и она опять заспавнилась, ну ладно. Короче, он вот когда так спокойно ходит, напоминает мне уравнителя. И он же там тоже шлюх спасал. Ну, вернее, одну. Они тоже убегали, скрывали замки, да? Судя по всему, это матрица. Это действительно. Здесь бы музон из уравнителя, кстати, был бы в тему. Блин. Ну ладно, Трон, ты победил. Что самое важное для блудницы. Для белорусской блудницы это фликер. Блин. Бесславная и короткая была карьера Линкольна. Ты так пафосно умер. Нет. Я схватился за локоть и в позе мыслителя решил умереть. Как это могло произойти? Это, кстати, прикольный квест, вот я тут заметил. Освободить обдолбанных девочек. Ну, да. Очень актуально в пору выпускных. Тут, короче, надо резню устроить, походу. Кромешную. Так, дробовики, экстерминаторы. Кликер. Где у девушки кликер? Так, что, мне не хватает на него денег? А, ну конечно. Я же нищеброд.
ты дашь легко, можно? Сэм, найди кликер. Блин. Ух. Ну все, короче, не буду я с ними церемониться. Воюем, короче. А чё ты тут по поводу сложности? А, ну, не знаю. Обычную я вроде выбрал. Я помню. Нифига себе, тут кровище мясо. Первой мафии вообще хардкорные были перестрелки. В первой, да. Поэтому первую мафию буду я проходить. Ух ты, блядь. Ну да, тут мозги так нормально по всей комнате разлетели. Блин, кажется, музыка громковата, хотя не знаю. Сейчас послушаю. Или ты тиховат. Ну я, блядь, говорил тебе сделать меня громче, ты меня, сука, не слушаешь. К женскому гроулу? Ну, я... Японский. Еще и такой бывает. Да, Максим, бывает. Да вполне себе положительно. Что я могу? Ну, арченами это слишком попса. Что там еще было такое интересное? Группа с тяжело произносимым там этим названием. Сейчас скажу. Найду себе эту запись. У меня было. Я сейчас еще найду это. Там Эврест, Леда Веронс, вот. Там очень такие прикольные переходики. The Under Arms. Ух ты! А, мужской и женский? Блин, ништяк. Надо было заценить. То что-то вообще в плане музыки, короче, это ничего вообще не ищу сейчас. Как-то устал немножко от этого всего. Spread the word. Any woman needing help should go to the pierced heart. Thank you. Это типа вот эти вот элитные. О, ништяк. Но сейчас я включил Save My Rage, что охуенно. О, может, ты даже, может, заценишь. Навряд ли, конечно, но... Бля, охуенно, вообще там где вот... Момент идет гроула, потом она таким чистым поет, и мужик там гроулит, и потом она на гроул переходит. Бля, ну ништяк вообще. Неандой, спасибо, блин. Все. Че? Кто меня там палит, не пойму. Ну, Аскен Александрия, ну, такая, ну, реально, попсятинг. Не люблю я такое. Ой.
Багажник открывается все-таки. В смысле? Открывается? Как это было? Вот машинка с открытым багажничком. А ты можешь закрыть? Нет. Нет, ага. Машинка вообще уматовая. Примерно как у мистера Бина. Никак не закрыть, а попробую еби с жопой там об этот, об стену. Не, он что-то даже под воздействием физона-то не колышется. Не колышется, чё? А вон призакрылась немножко крышечка. Вот это я гонщик. Сложность вождения у меня, кстати, стоит симуляторная. Не, ну странно, вот что игру так засрали, при том, что вот видно в плане визуальном и в плане управления, явно разработчики очень старались, то есть вот делали с любовью. Ну, походу, видимо, история полный отстой. Что? История, походу, полный отстой. Не надо было все-таки им в нигеров углубляться, надо было делать все-таки мафию каноничной мафией. Может быть. Технически-то явно все в полном порядке. Просто графика роскошная. Анимация роскошная. Ну, хотели выбнуться. Ну, просто реально, блядь, ну, ребята, мафия это всегда было про итальянцев, грубо говоря. Могли бы там с казино каким-нибудь связать, там, либо еще. Да куча всяких возможностей было. Потому что все любят вот эти вот костюмы. Каких там, Томпсоны. Отрезанные головы лошадиные, вот это все. Чем это не мафия? Почему мафия обязана быть про макаронников? Ну вот посмотрите историю серии от Вани, поймете почему. Ну, Инжирчик с тобой не совсем согласен. История как раз таки отличная, вот геймплей вот засрали, получается. Так я ж нет, я про историю не говорил, ничего не утверждал. Нет, ты же про историю гипотеза. Говорил, то, что... А, гипотеза. Не, ну, лично бы мне все равно было бы приятнее в антураже. Не пост Вьетнамской войны там, да? Ну, понятное дело, что это смена настроения, это смена... Это не топтание на одном месте, потому что вот захотели чего-то попробовать нового, рискнуть, но... Все равно немного не то. Да не то, что забьем на развитие, либо еще что-нибудь в таком духе. Но дело в том, что развитие просто выглядит как по-другому. Как элементарно. Ну это то же самое, то, что, не знаю, делать Red Dead Redemption, там, блять, на машинах, а не на конях. Ну, тут, грубо говоря. Ну да. А чё топтаться на одном и том же месте? Чё, блядь, это, Дикий Запад? Чё это, блядь, ковбой? Какого хуя? Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them? And he'll show up at the club. Сраные роднеки. All right. When you're dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over in the club. Ну да, тут вообще так после таких охуенных катсценок посмотреть на вот эти статичные. Я сказал свою реплику, ты сказал свою реплику. Ну, хоть еще пальцем там что-то тычет в него. А этот уебок вообще просто твой. Как стукан. Ну да, за такими диалогами даже неохота тут бегать, охотиться, но вот сам весь антураж и все, что происходит, тут вызывает реально желание
Просто вот, я не знаю, сесть в тачку и бродить, кататься, смотреть, что вокруг тут происходит. Ну, Overwatch, Fallout, четвертый, да и то, и другое мы можем в любое время запустить, не проблема. Ну, много шуток было про русскую мафию, будем отжимать палатки. Не, ну реально, вот выглядит все, вот так я смотрю, вот тут машинки катаются, вот физика, как вот подвеска работает, замечательно. Люди тоже реагируют. Ну, блядь, ну антураж-то шикарен. Декорации. Наполнение. Что да, подозреваю, что дальше начнёт вот это все идет дорочиво. Пацан, нахуй. Интересно, геймплей вариативный, нахуй. Весело. Да, да какая разница, что в данный момент мафия это уже не только итальянские группировки, любые криминальные этнические группировки. Блять, просто ассоциация у всех при слове мафия. Ёбаная мафия 30-20-х годов. Ну и на эту тему далеко не все сказано, как бы. Хотя, конечно, можно было бы подумать еще после первого «Крестного отца», что все уже, больше ничего круче никогда не снимут про мафию. Ну, вот. Давайте, блядь, сделаем вот второго «Крестного отца», блядь, после Второй мировой, а третьего «Крестного отца» вообще про нигеров. Да. One Punch Monks. Вот, из такого бандитистского, не совсем мафиозного, это вот можно то же самое казино вспомнить. Отличный фильм, где как раз вот неплохо так все показано в плане. Блин, наказали меня. Наказали тебя все-таки? Да. Так, я пойду покурю. $757 я потерял, а? Боже мой. Паскудство. Я же забыл их в сейф завести. Ну да. Блин, и тачка у нас поблизости. Ну да, вот Сопрано, славные парни. Сопрано это вот про современную относительно вот мафию. Ну вот если бы развивались в сторону Сопрано, это было бы еще понятно. Что? Если бы развивалась игра «Мафия» ну, в сторону да, «Сопрано», да, это да, было то бы есть, понятно. Современные итало-америкашки. Вот, пожалуйста, про них давайте. Вот. Будем все клепать. И там тоже очень интересные всякие были отношения, скажем так, коренных итало-американцев, да, и вот из... Как-то вот там тоже вот была такая вот... Был момент с именно настоящие сицилийцы, вот когда там он там к ним тоже приезжал, и вот эта вот разность взглядов, разность мнений, казалось бы, разных итальянцев. Да и геймплей на этом тоже можно было построить очень такой, вполне себе добротный. Но хотя это все равно, это больше бы выглядело как GTA-шка. А не мафия, наверное. Хотя, если приоритеты ставить. Вот в свое время первая мафия, она просто. Ну, в плане атмосферы, погружения и реализма GTA-шку просто ложила вообще по всем пунктам. Она просто была безумно охуенная для своего времени. Так, ладно. Я пошел, короче. Я шел курить, да? Да. Нормально.
Интересно, это сутенерская тачка? Ну, вон вес машин чувствуется очень даже. Не знаю, как в аркадном режиме, но в симуляторном круто. Так, что там осталось? Урона совсем чуток. А, ну да. Первая часть — рассвет мафии, вторая — золотой век, третья — закат. Заката не было и нет. Как бы не надо пытаться обнаружить логику именно вот в таком ключе. Нету там этой логики, это ты за уши тянешь, причем изо всех сил. Негров взяли просто, чтобы взять негров. Просто, чтобы подчеркнуть свою, как бы... Просто, чтобы запилить сюжет про толерантность. Вот и все. Ну да, сейчас это модно. Надо соответствовать духу времени. Они так думают. Нет, да даже пускай так, но... Это же тоже можно сделать как-то оригинально и интересно. Вот. Взять того же самого Джанго, да. Как Тарантино там все это дело сделал. Там на ярких персонажах все основано. Ну так вот, а что мешало, как бы, тут тоже вот... Нет, тут, по сути, есть яркие персонажи, но ты просто будешь, судя по всему, терять за вот этим вот гриндом, который тебя сейчас ожидает. Сама спокойной, спокойной. Ну, тебе встречные, типа, что ты, мол, за уши тоже тянешь всю эту толерантность. Ну да, действительно, логично звучит. Первая часть — рассвет мафии, вторая — золотой век, третий — закат. Все очень логично. Действительно, мафия закатилась, и закат был именно в эпоху негритянского правления в Новом Орлеане, которого никогда, к слову, не было. Если что... Понравилась историю. История понравилась. И временной период. Не, так временной период клёво еще. Ну просто. И история тоже. Ну, блин. Я не знаю. В любом случае надо игру пройти полностью, и тогда уже можно говорить, что куда и как. Как бы про негритянский бизнес мафиозный, кстати, был замечательный фильм «Гангстер». Просто роскошный фильм. Угу. Смотрел? Ой, я, честно, даже не вспомнил. Наверное, да. Или он у меня был в планах. А, не смотрел. Реально очень крутой фильм.
Так, блин, оставшиеся задачи пропадут. Они интересные, эти оставшиеся задачи? Такое тупое и неинтересное дрочево. А где дополнительные-то? Не вижу никаких дополнительных. По-моему, их нет. Да, с Дензелом Вашингтоном. Да, он самый. С Дензелом Вашингтоном. Отличный фильм просто. Очень крутой. И вот он на реальных событиях основан. И главный герой живой, по-моему, до сих пор. Правда, уже старый совсем. Ну, тут этот... Вот там вот реально про черных, опять же, времен Вьетнамской войны. Тоже как мафия, но совсем в другом ключе. Про чувака, который придумал элитный способ транспортировки наркоты в США из Вьетнама. Заработал на этом мега состояние. Ну, короче, такой фильм, он в духе, скажем так, сериала «Наркос» замечательного, который по Netflix был, ну и будет еще. Правда, уже без Пабло Эскобара в дальнейшем, но тем не менее. Вот очень по духу близкие произведения, и по смыслу, и даже по сюжету где-то близкие. Ну как? Ну вот я «Наркоса» тоже все откладывал, хотел посмотреть. Ну и напрасно. «Наркос» просто вообще огонь. Да. 10 из 10. Буду смотреть, понимаете. Там прям с первой серии цепляет и надолго. У меня лично вот как-то... Причем и у Насти, и у меня, у нас довольно все-таки разные вкусы в вопросах таких. Мы просто с первой серии залипли. Совпало, да? Да. Я даже не ожидал. Ништяк. Вот я, кстати, смотрю, да, на... Ну, так, ты сейчас катаешься, вот обращаю внимание на такие вот мелочи, на тротуар, там, да, ты там пробегал. А, вообще на асфальт, то есть... Блин, ну реально детали, мелочи, то есть проработано вот шикарно просто. Какие-то, знаешь, где-то асфальт залатан, где-то плитка разбита, то есть, ну, вообще очень-очень так добротно сделано. То есть, как ты и говорил, реально уделяли внимание детализации, проработке. А, ну тут еще, кстати, говорит Ишир, то, что плюс, если черных взяли для толерантности, почему они не сделали Линкольна борцом за свободу и т.д.? Ему же больше не обязательно делать карикатурного там персонажа, и чтобы он обязательно был там поборником справедливости. Это вовсе не обязательно. Просто как бы когда вот в США появилось там правило, даже в Голливуде, что нельзя снимать фильм, в котором абсолютно все, короче, герои белые, там вот, ну, с некоторых пор там появился такой норматив. И поэтому в фильмах стало всегда вот определенный процент должен быть черных персонажей. Там не было норматива, что они должны быть при этом еще и положительными, еще их не должны, и еще и не должны они первыми умирать и все такое. Просто был норматив, вот. Нет, должен быть и все. Имеет в виду как бы защиту игры, в том плане то, что вот ты там на толерантность этого, да, а то он говорит то, что как бы герой-то нетипичный, потому что ему как бы по сути похуй как раз таки на толерантность в итоге. Ну, это не отменяет факта мотивации разработчика. Ну, да, в этом плане, да. Слышу Линкольна и вспоминаю Авраама. Ага. Слышу Линкольна, вспоминаю фильм «Сотни». Так. НКГ просто мстит за таких же уголовников-братков. Ну... Опять же, ну, бля, дело вкуса. То есть, мне, например, было бы намного интереснее, ну, если бы они тут как бы сделали так, что реально каждая катсцена — это что-то божественное, там, да, и интригующий, безумно интригующий там сюжет, чтобы
То есть ты уже закрываешь на глаза на то, что ты там в душе своей там, какой-нибудь самый извращенный расист, но тебя захватывает эта просто история настолько, что ты все быстро пройти миссию, чтобы узнать, что там дальше, какие внезапные там повороты сюжетов, или либо сам геймплей настолько разнообразен и интересен, что просто вот захватывает тебя с головой. Ну, вот. Тогда, ну, короче, приятнее, в общем, играть белым, вот и все. То есть, если бы модельку тебя поменяли, да, то было бы все по-другому. Нет, мне кажется, просто в моем личном понимании какой-то есть такой вот итальянский колорит. Вот, в диалогах, с мотивацией тех же самых. То есть, там, вот есть что-то прямо такое вот классическое, мафиозное, итальянское. И этого как бы не отнять. Вот, макароников. Вот они все такие... А наверняка же есть отбеливающий мод. Или как у меня прикалывает, комментарий был на ютубе к этому ЕНБ. Моду, да, ну, да, который да. Графоний, ты чистил. Типа говно, да? Нет, в свойствах там, в описании к видео было там то-то сделано, какие-то эффектики, цветокоррекции, написано, цветокоррекция не работает, комментарий, типа, главный герой все еще черный. Ну-да-да-да, баланс белого, да? Да. Да, Бигейл, давай, спокойный. Ой, я еще тоже с вами 5 минут посижу и пойду. А я тоже сегодня не этот, так что вместе разойдемся. Окей. Надо немножко поотоспаться. Так, ну сейчас тут, видимо, как раз будет босс. Так. Босс-вертолет. Короче, этого чувака, я не знаю, можно как-то казнить прикольно или нет. Наверное, можно. Так, а что надо делать-то? Well, what you gonna do, nigger? This. Ну что, зажимать надо, что ли? Да. Нехило так. Круто. Жестко. Так, отдать Кассандре. Ну да, видишь, чтобы вот эти побочки как-то еще развивались там какими-нибудь отдельными, те же самыми катсценами, да, какие-нибудь персонажи там, свои истории, чтобы они как-то влияли на других. Вот тут, судя по всему, тут ничего такого подобного нет. Только основной да. Сюжет, и то даже до тех катсценок еще надо пробиваясь через этот гринд. Как, например, вот у меня было, ну, немножко неправильный пример, но все же, с Биошоком Infinite, который. То есть, я пробивался через геймплей вот ради того, чтобы... Ради сюжета. То есть, мне настолько понравился мир, персонажей, вообще весь этот антураж, безумно очень понравилось. То, что, можно сказать, относительно таки, хоть я и не плевался от этих всех пострелушек, да, и всякого такого, вот, но особого восторга как бы не испытывал, то есть ничем особо там не удивило, вот, но я реально, я пробивался сквозь геймплей ради того, чтобы вот увидеть, что там будет дальше, и как развернутся события. Ну, тоже тут прощается. Давай пока-пока. Да мы тоже сейчас будем заканчивать. Ну да, все, сейчас катсценка интервьюшная пройдет. И все. На сегодня закругляемся, так что сразу же будем потихоньку прощаться. Всем спасибо за компанию. Сколько, кстати, человек-то было в последнее время? Ну, суточка. Ну, нормальненько. В общем, да. Продолжим мы уже завтра. Вот и все, как раз катсценка кончилась. Все, теперь этот бизнес принадлежит Кассандре. Но, кажется, ничего не изменилось. Все так же танцуют негритянские шлюхи. Все хорошо. Ну-ка, я зайду, потанцую с тобой, детка. Да, детка. А как танцевать? Можно танцевать? А, блин, забавно. У меня выключена музыка, поэтому музыка не играет даже в барах.
И тут музыканты типа делают вид, что что-то играют, а музыка-то не звучит. Фанеру отключил. Все что-то хлопают, она танцует. Ну да и ладно. Короче, ладно. Да, завтра пятница 13-е, и да, завтра пятница 13-е. Точно, да, завтра же пятница 13-е выходит, завтра будет ништяк. А у тебя завтра уже после рабочий день предвыходной, да? То есть завтра до упора мы сидим? Мы сможем позависать. Все, ништяк. Ну тогда, ребята, до завтрашнего вечера, а точнее ближе даже к ночи, наверное, завтра начнем. Хотя как получится. Да. В общем, завтра будет интересно, завтра будет Джейсон. Все, всем счастливо. Добрых снов. Давайте, ребятушки. Все, пока-пока.